Вот она будет молиться за нас. Спросила имена наши. Антонина и Михаил. Это мы находимся... Не, я... Первомайск. Как называется это? Не, сейчас. Это мы находимся на Украине. Как Николаевская область. Побыли в Доманевке. И вот посетили наших знакомых. 20 лишним лет назад Антонина приезжала по Теряевку, принимала крещение. Так, уходим.